Чтобы получить сладкую, красивую и хрустящую морковь на своей грядке, каждый дачник должен обеспечить ей правильный уход. Для этого культуре необходимо своевременно вносить определенные подкормки. Какие удобрения лучше всего подойдут этому оранжевому овощу, расскажем в сегодняшнем видео. Итак, чтобы ваш урожай не вырос безвкусным и бесформенным, используйте следующие недорогие и экологически чистые средства. Травяной настой. Бочку или ведро наполняем на 3/4 нарубленной свежей травой крапивы, снытия, подорожника и клевера, заливаем водой и неплотно закрываем крышкой. Настаиваем в теплом месте в течение 1 недели. Если на поверхности жидкости появились пузырьки, состав готов. После этого его необходимо развести с чистой водой в пропорции 1:5 и полить грядки из расчета 6 литров средства на 1 квадратный метр земли. 2 кг древесной золы тщательно просеиваем и заливаем теплой водой. В таком виде состав необходимо оставить на 4 дня, при этом его следует периодически помешивать. По истечении указанного времени настой процеживаем и используем для внесения под корень в разбавленном виде. Для этого на 1 литр маточного раствора потребуется 10 литров чистой отстойной воды. Расход такого удобрения составляет около 5 литров на 1 квадратный метр посадок. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.